Да нет, что-то ты, мне кажется, выше руку держишь. Оп. Покажи. Можно по капоту смотреть. По капоту идем. По капоту, кстати, я видел, что у меня прям на камушке есть. Да, вот она. Где глубина? Ага, четко видно тут, да. Мне очень глубоко в этом году. Да? Нет, это только... Одно препятствие, которое... Подумай, может. Так, продолжаем маршрут. До гольфброда осталось 274 метра. 43 сантиметра. Вот этот пилот. Скажи что-то быстрее. У меня нету 43 сантиметра. Я понял. Как-то он спокойнее стал, утихомирился. После. Да пилот кто? После последних этих застреваний. Че ты без маски? Маску накинь, накинь маску, я тебе говорю, там контроль может быть сейчас. Потому что у меня штурман фуфло. Фуфло, фуфло, что такое фуфло? Блин, хорошие тут места, конечно. Просто сказка, просто сказка. Ого, да глянь, даже тут грязь, тут никогда не было грязи. Говорят, сухо, сухо, сухо. И воды сколько, посмотри, в этом году. Там болото, Крис, осторожно. Нас обходят, Крис. Крис, нас обходят. Ну, у нас на фаркопе. А, человек. Я думал, что ты так едешь, как инвалид. Пенсионная достал, да, или что? Да, у меня карточка пенсионера. Есть? Да. Так, вот эти знаменитые места. Ты не пойдешь туда? Пойду. А помнишь, как ты тут по стропе переползал? Да помню. Это никто забыть не может, да? Нет, так это я единственный раз был как раз. Да. А что, ты тут один раз только был? Да. Ну, сейчас поедешь. Ох, елки, тут что-то в этом году как-то высокая вода. Разлив. Минимум. Какая река? Веталь, давай, ты должен так же зайти сейчас, как в болото, должен так зайти в воду. Алло? Выйти, то мы разберемся потом. Главное, задержи дыхание на 2 минуты, мы тебя вытащим. Давай, твой выход, Веталь. Посмотри, что там дальше хоть. Да не, ну это так. Тут мы проедем, где ты стоишь. Дальше попробуй пройти. Да проходное, иди, я тебе говорю. Люди просто боятся, они не уверены в себе. Утки по колено. Бери чуть правее. Правее бери, правее. Ты по фарватеру пошел. Бери по этими. На мель. Давай и туда. Все, прямо теперь. Осторожно, ходом бери. Все, он уже в ютубе. Подождите, надо же хоть его показать. Вдруг он уйдет. Уйдет по шею, чтобы... Идешь нормально, давай, никого не слушай. Ходом иди. Ходом иди. Смотри, яму сейчас ловишь. А ты понижайку включил? На повышенной тут сложно. Папа съела горох и сказала деду лох. Ходом иди. Не, Нива пройдет, я думаю, Вета. Красная, смотри, вот это ты ходишь с мочалкой, сколько раз ходить, ты бы уже спокойно ее помыл бы уже давно. Да были деревья тут? Да. Вот это я знаю дерево знакомое. Да? Стропу завязывали. За это, да? Наверное. Другого нет. Да, бородач наш у меня толкал, блин. А вы же ржете, ты понимаешь? И смех. Макс делает подготовку. Макс едет, Юрец, твой выход за Максом. Да ладно. Шо, Юрец поедет, я его знаю. Он проезжал тут, я помню. А ты на чем? Ты на Discovery был? На Discovery? По камышу, ну тогда камыш было. Да. Что-то тут поизменилось, да, что-то? Да. Ну это было в 2014 году, по-моему. Да нет, каком... В 2014 году? Не, в 2015 или в 2015, наверное. Максим заезжает. Так, Яна готовит машину. Яна, там помоетесь, Яна! Да мне плохо видно. Остановись! Не, Яна, тебе еще не плохо.
Тебе еще неплохо. Томительные мгновения ожидания. Смотрите, все люди стоят на берегу. Камеры включайте, что вы так стоите, елки-палки. Вдруг кто-то у кого-то не запишет. Так, Макс пошел. Макс пошел, голь вброд. Главное, выложил. Ёбханы бабай, как-то тут перекос. Охренеть. Это жесть вообще. Помылся чудесно, конечно. Вода вытекает. Поедешь, Крис? Да там очень глубоко, не надо, Крис. Давай я проеду. Не-не. Я там был уже не раз. Ты был один, если что, не намочусь. Ты понял, где посещение в джиперы? Да. Давай, рюкзак мой оставь, пошел. Ну а что, а как? Ты ж без машины, а как тебя посвятим? Мы рядом сбросимся. Так, ребят, хорошо, он туда переехал, а мы как туда переехали? Не, он туда заехал. Макс помылся, но сейчас опять назад по всем. Макс. Макс поехал в обратный путь. Ох и жестко. Очень глубоко. Очень глубоко. Очень глубоко. Ну пока идет. Растает понижение. Слив воды. Вот такой водопадик тут от Макса. Да не, что-то ты, мне кажется, выше руку держишь. Оп. Покажи. Можно по капоту смотреть. По капоту идем. По капоту, кстати, я видел, что у меня прям на камушке есть. Да, вот он. Где глубина? Ага, четко видно тут, да. Мне очень глубоко в этом году. Вот тут и система. Да, тут ты шо? Мокрый. Ну да, конечно, от чего он будет тепло. Чуть подмок мотор, но все, все работает. Подводное зажигание работает. Все работает. Машина. Огонь просто. Нормально, даже не троит заметь. Да. Нет. Куда? А, вот поплыло, да? Что там, всплыли запчасти или что? Ага. Реквизит? Они нашлись просто. Так, в обратный путь. Обычно он... Малышка? Да. Обычно он проходит долго. Но сегодня, я думаю, будет не очень долго. Но... Алло? Сейчас узнаем, там УАЗ еще. В противоположном направлении. Первый сел. Сел, да, уже? Да. Все то же самое. Кто он сел? Он с этой Тойотой балуется вообще. Да Юра жесткий. Юра будет дуть. Проедем так? Юра будет я дуть. Думаю, да. Да, так, кстати, больше всего. Не, подожди, нам... Не, лучше нам по Юриным следам вообще. А я...